Кузбассовец погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Новокузнецке. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. А в Кемерове из-за детской шалости загорелась крыша надворной постройки. Междуреченский частный сектор на особом контроле. Пожары там возникают постоянно. Главная причина – неосторожное обращение с огнем. Также в числе причин – неисправное печное отопление. В Кузбассе за неделю произошло полсотни пожаров. Почти половина из них – из-за неисправного печного отопления. В Междуреченске же по этой причине произошло уже 9 пожаров с начала сентября. Это кадры февраля 2018 года. Горел дом в Сыркашах. Чтобы избежать пожара в частном секторе, сотрудники пожарной инспекции проводят регулярные рейды. Профилактика – не просто слова. Люди должны понимать, как это важно, и готовить, как говорится, сани летом. За печным отоплением. Ну, почитайте, освежите память. Чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме и без происшествий, нужно постоянно следить за состоянием печей, дымовых труб, дверей. Топить печь необходимо 2-3 раза в день, по 1,5 часа во избежание перекала. А шлак и золу необходимо выгружать в специальное место и заливать водой. Если посмотреть, то печь не в плохом состоянии, довольно-таки неплохое состояние. Потому что, как видно, трещин нету, побелено, все аккуратненько. Притопочный лист имеется, больших дефектов на плите не имеется. То есть в данный момент печь в надлежащем качестве. Пожарные также обращают внимание жителей на то, что ни в коем случае нельзя оставлять печь без присмотра. Топить печи топливом, не предназначенным для них. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Помните, соблюдение этих правил – гарант вашей безопасности.